Соглашение о создании совместной казахстанско-китайской научной лаборатории подписали сегодня в Алматы. Инициаторами выступили Национальная академия наук и Шэньчжэньский университет. Договор предусматривает открытие филиалов лабораторий в Казахстане и Китае. Планируется, что научный центр начнет работу уже в сентябре. Ученые двух стран будут проводить исследования в области молекулярной биологии, биомедицины, биоинженерии, генетики и других передовых направлений современной науки. Во-первых, это большая возможность для обмена учеными. Программа предполагает стажировки, начиная от 3 месяцев до 1 года в стенах Шэньчжэньского университета. На оборудование, которое будет закуплено для лаборатории, будут обучаться доктора, молодые ученые со всего Казахстана. Также это будет академическая мобильность, мы будем обмениваться преподавателями, профессорами. И будут проводиться, конечно же, научные исследования по различным направлениям.